My last chance to take out Wolf was at the Tiergarten airstrip, 1845 hours. I didn't have much time. Stopping Wolf meant heading straight back into the heart of Berlin. With most of the city in ruins, the only location for the shot was right back where I started. I needed to get to the Brandenburg Gate. The city was on fire, the battle raging, like a vision of hell. And somewhere, in the middle of that firestorm, that bastard was gonna get in a plane and fly to safety, taking all the secrets of the rocket program to Moscow. Unless I could stop him. Чувствую, нас будут встречать в Сталинграде как герои. Герои? Можно подумать, что у нас был выбор. А я вижу, война не будет. Укрытие! Он где-то прячется. Он где-то все здесь. Все туда! Туда! Прячется.
никому не высовываться. Я тебя найду, сукин сын. Все туда! В Сталинграде как герои. Героев? Можно подумать, у нас был выбор. А я вижу, война не идет, а чувство юмора. Ищите лучше! Вы нашли тело? Ну смотрите в оба! Найдите его! Продолжайте искать! Смотрите в оба! Продолжайте искать! Ищите лучше! Найдите его! Убит. Там враг. Чувствую, нас будут встречать в Сталинграде как герои. Герои? Можно подумать, у нас был выбор. А я вижу, война не убила твое чувство юмора. Thank you.
найдите его! Граната, ложи! Смотрите! Смотрите в оба! Ищите лучше! Руки вверх! Он где-то здесь! Ну-ка покажи, снайпер! Он где-то здесь! Найдите его! Найдите его! Граната, ложись! Он где-то... Кидаю гранату! Продолжайте искать! Лучше! Стоп! Продолжайте искать! Я найду тебя, сука! Он где-то здесь! Ищите лучше! Найдите его! Точно где-то здесь. Ну-ка покажись, снайпер. Найдите его. Продолжайте искать. Ты точно где-то здесь. Тебя, сука!
нормально. Все туда! Уберите это!
Ищите лучше! Ищите лучше! Смотрите в оба! Найдите его! Я найду тебя, сука! Это снайпер, вон он! Он где-то, здесь! Смотрите в оба! Продолжайте искать! Ищите лучше! Найдите его! Продолжайте искать! Смотрите в оба! Где-то, здесь! Это он! Воля! Я найду, сукин сын. Продолжайте искать!
Battle of Berlin ended at 8:23 the next morning, May 2nd, 1945, when Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days, the war ended, but already a new war was beginning, the Cold War, and I was its first soldier.